Доброе утро. Меня зовут Александр Локтев. Я являюсь основателем Центра смешанных единоборств «Топ Тим Сибирь». И сегодня мы продолжаем цикл программ, в которых расскажем вам, почему ваш подросток, достигший возраста 14 лет, должен заниматься смешанными единоборствами. Я напомню, что ММА – это совокупность различных самых эффективных приемов, взятых из различных видов единоборств. Это не кровавая бойня и не бои без правил, как многие считают. Это прежде всего искусство. Подростки от 14 лет – это уже не дети. Соответственно, у них уже более интенсивный тренировочный курс. Тренировки и приемы и комбинации уже более сложные, более усовершенствованные. Соответственно, ребятам приходится быстро учиться, чтобы в дальнейшем выступать. А с этого возраста уже активно ребята могут выступать на различных соревнованиях и турнирах. Доброе утро. Меня зовут Шараф Долотмуродов. Я профессиональный боец Лиги SCB. Мастер спорта по боевому самбо, смешанному единоборству и армейскому рукопашному бою. В данный момент вы наблюдаете за приемом под названием «Проход ноги с боковым переворотом». Этот прием применяется в контратаках против ударников. Данный прием начинается с уклона передней руки противника с параллельным подставлением передней ноги между ног противника. Впоследствии подставляется правая нога и тазом выбивается противник вверх. При помощи своих рук начинаем скручивать противника, при этом его потом впоследствии положить на пол и законтролировать сверху в идеале. Данный прием является базовой школой борьбы. Выполняется в течение 15-20 минут ежедневно, укрепляет физическую, функциональную подготовку спортсмена. На сегодня все. До завтра.